Сегодня в 14.00 был дан старт последнего четвертого этапа крупнейшей балтийской офшорной гонки Nord Stream Race Хельсинки-Санкт-Петербург. Вчера российская команда, выиграв береговые гонки в Хельсинки, оформила себе первую локальную победу в зачете прибрежных гонок. Теперь решается судьба главного трофея. Чтобы победить в офшорах, россиянам необходимо прийти домой раньше датчан. Эти две команды разделяют всего 2 очка. Еще на 1 очко отстает команда Германии. Команда повелителей паруса из Екатеринбурга настроена на борьбу. Мы довольны, лодка очень нравится, вообще кураж, адреналин, все супер. Вот. Ну, команда настроена бороться, биться. Напомним, что защищают цвета своих стран лучшие команды национальных парусных лиг России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Вся борьба на этапе еще впереди. Следите за онлайн-трекером на сайте nordstreamrace.com. Финиш в Санкт-Петербурге ожидается завтра днем в районе Кронштадта.